песни. Ну, жена Катя сказала, что вот это можно петь нормально. Да, там есть термины. Знаете, вот фильм «Властелин колец» я воспринимаю как член КПСС 1978 года. То есть вот там есть гоблины, да, есть орки, это мы с вами. Видимо, это мы и китайцы, да, вы видели, да, их там из глины вытаскивают, они такие ужасные, но их много. У них такие мечи, такие прямые, с этим. А есть эльфы, есть эти люди, у них такие уши эти, вот, эти с мохнатыми ногами, как они называются, я забыл. Хоббиты. Хоббиты, да. Они такие, но они все наши. То есть, четко, товарищ Толкин, он все объяснил. Вот гоблины с орками, вот они, да. А вот эльфы там, вот это вот эти вот все. И вот, да. Но, к счастью, да, у нас есть наш гоблин, вот, который в Ленинграде, да, этот бывший опер, который пишет потрясающие переводы к этим самым. Если вы не видели «Властелина колец» с его переводом, я вам в обязательном порядке приказы. Ты что, я полковник генерального штаба, вы должны мои приказы выполнять. Купить и посмотреть. Особенно вот это все, когда вот он, понимаете, то есть люди истратили миллиарды денег для того, чтобы создать сагу, в которой делят мир на две части, да, на их прекрасных и нас, уродов, да, а вот Коблин взял вот так все это дело, да, ну ладно, песня про Михаила Николаевича, да. Саакашвили, посвящается конфликту в январе, ну, песня на русском языке.